Я с 10-килограммовым арбузом наперевес закрыта в лифте, причем в Житомире. Блиня, как для карточек в банкомате. Идти с этим арбузом пешком на 10-й этаж? Не, ребята, до 10-го я так не дойду. Легче вниз на поиск соседей. Они меня просвещают. Лифт платный. Карточка, нигде таких нету. В Житомире почти во всех домах за проезд в лифте надо платить. Причем за каждую поездку, как в метро. Говорят, такие же лифты давно есть в Ивано-Франковске и Херсоне. То есть завтра могут появиться и в вашем доме. На 100 поездок. Кончилися, идешь, заправляешь. А если за месяц используешь больше 100 поездок? Ну, люди же могут чаще ездить. Так нам с женой надо 2 штуки. Пенсионеры, мы живем на 8-м этаже, нам по 74 года. Або сидим в хате, або есть. Одна поездка стоит 40 копеек. За саму карточку со встроенным чипом плати 44 гривны. Правда, на ней уже есть 100 поездок. Потом пластик можно пополнять. Как вы живете? Очень плохо живем. Особенно, когда заканчивается. Это вообще с ребенком и с коляской подниматься – это ужас. Ну, я себе могу только представить. А вы на каком этаже? На 10-м этаже живем. О, это как раз такой хардкор. Оказалось, систему платных лифтов ввели много лет назад. Тариф на подъемник убрали из квартплаты, а разбили на поездки. Правда, суммы вышли абсолютно несоразмерные. Там около 5 гривен что-то было. А 5 гривен? Да. Не, ну 5,50 это извините. За такие деньги с каждого, да еще если пополнять чаще, раза в месяц. Но я 3 раза пополняю за месяц. Так лифт должен работать как часы, а на деле... Сломался какой-то мотор, почти 2 месяца лифт не работал. Мы ходили пешком. Зато карточки есть. И так постоянно. Если лифт остановился, они должны немедленно приезжать. Ну, вначале было так, да, нормально. А потом стали под общую марку. Сейчас в течение суток. Мы даже не знаем, кому мы платим, если честно. Они нигде не фиксируются. Иду возмущаться в местный ЖЭК. Это же не ЖЭК. А кто же? Ну, это ЖЭК отвечает за лифт. А кому хотел бы обращаться? Потому что непонятно, ну... Пройдите прямо по коридору, справа дверь, диспетчер написал. Диспетчер тоже явно не готов к визиту. А кто это ввел? Почему? Так можете объяснить хотя бы? Исполком, наверное. Есть карточки синие, есть зеленые карточки, нет, есть червоные. Да я понимаю, что есть разные карточки. Мне непонятно, почему вообще они существуют. Карточки выдают 3 частные фирмы. Они же следят за состоянием лифта. А ЖЭК теперь к подъемникам никакого отношения не имеет. Купить же карточку можно в любом Ощадбанке. Выстояв долгую очередь, разумеется. Я по поводу карточек на лифт. Я просто приехала погостить сюда, в Житомир, на несколько дней. Вот, и я живу. Я могу купить карточку, чтобы пользоваться лифтом, а то я не могу ездить на. А ее обязательно покупать на 100 поездок? Хочешь не хочешь, а деньги выкладывай сразу за 100 поездок. Возьмите. Уже с карточкой мне наконец удается проехаться на чудо-лифте в Житомире. Аллилуйя, мы едем. Каждый приходит, мэр, обещает, что все, карточки мы отменяем. И сейчас уже об этом говорят, что карточки будут отменены. Но сколько мы живем... Ну что ж, буду разбираться с мэром. В следующий свой приезд я заставлю его подняться с 10-килограммовым арбузом на 10 этаж пешком. Может, тогда он отменит плату за проезд в лифте. Но вообще можно действовать и самому.